Запустились мы все-таки. Набралось у нас 33 человека. Онлайн потихонечку ожил благодаря дополнению. Вот. Хочу с тобой посмотреть новую карту. Поорать, поматериться, поделиться впечатлениями. Вот. Держимся плана. Это старые клоуны, а там один новый. Благодаря обвалу в канадских скалистых горах мы рассмотрели объект Black Ridge. И то, что мы увидели, прямая угроза. Это оружие, использование которого недопустимо. Вам поручено срочное задание. Вы отправитесь на базу с другими войсками России и захватите все секторы объекта. Пора исправить положение дел. Транспорт ждет. Противный женский голос, как обычно. Какой-то полуистеричный. Ну, карта классная. Я ее смотрел уже без тебя. Вот мне... А, таб не дает мне нажать. Сейчас еще покажу, у тебя шок будет. Смотри. Видал что? Привычное меню вернули, представляешь? Каянные. Мы атакуем цель Чарли-1. Они захватили контроль над сектором Эхо. Как-то же вроде можно отключить ее, да? Не дайте американцам захватить все секторы. Монтировать, вырезать ничего не буду. Будут убивать как лоха, значит, такое видео и было. Блин, надо было не говорить ничего. Вон. Пацаны, поднимайте меня. Пацаны! Соблюдайте дистанцию, не пытайтесь помочь. Ну 15 метров, ну серьезно? Вот красавчик вообще, блин. Это я понимаю, тиммейт. Не то, что там всякие патрики, да? Все, здесь встречаем. По тактике чисто. Мы теряем людей! Смотри, смотри, сейчас принимала. О, видал? Первый пошел. Второй. Это правда боты? Пацаны, вот вам патроны. А вот это уже не бот. А, нет, уже бот. А что такие боты тут? А, нет, вот там один не бот был. На тебе. А вот это не бот. Сука. Да что так, блядь? Сука. Пацаны, аптечку. Блять, ты посмотри, что творит, а? Скотина. Назад! Отойдите! Поляк, блять. Какое интересно, боты поднимают в этой игре. Оставьте меня,
Сейчас мы будем наказывать этого поляка, блядь. Чё думает, сука? Ему чё тут, блядь, Калининград? Ты где, сука? Опасность поблизости! Береги, пытайся помочь! В этом секторе опасно! Не, ботов убивать вообще не прикольно. Чё, где люди-то все? Сколько нас вообще людей? 34 на 35. Ну капец. Не, мне ботов вообще не прикольно убивать. Это прям... Ну ты, блядь, ты серьезно? Вот сука, вот я ненавижу таких тиммейтов, блядь. Встал на линию, спас вот этого петуха. А я пизды получил. Ну вообще, блядь. Сука, классика просто. Бомбит. Ладно, что-то в туннеле у нас это. Не идут дела. Давай здесь попробуем. Нахуй, вылези! Блять. У меня уже нету жизней, блять. О, бежит, видел? Справа. О, еще. Ложись. Слышу, слышу. Блять. Читак ебучий. Так, давай еще раз попробуем. Да ты заебал! Бросаю гранату! Противники полностью захватили контроль над сектором. Там какая-то тачка ездит. Я сейчас только Да ёба! Там тачка ездит. На, блядь. Наши первые удары нанесли сильный урон. Американские войска... На, блядь. Чё тут? Да ёб твою мать, там тачка. Убегаем. Чё стоишь-то, блядь? Корнец... Корнецкихн. Иди, блядь, в бой. Наша цель Эхо-2. Её по цели Эхо-2. Теперь они контролируют сектор Чарли. Не дайте американцам захватить все секторы. Ха! Тихо, 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 блядь. В одну каску забираю точку. Нормально вообще, нет? Зайди в точку, блядь, тупица. Мы пустили в ход резервы, но переживать пока рано. Ясно. Держи патроны. Сектор Чарли под контролем. Ты сука какая. По-любому бот, да? Мы контролируем
слышу кого-то. Мать своей. Мы захватили цель! Начинаем штурм цели Эхо-1. Нужна бронетехника на моей позиции. Принято. Сброс техники на подходе. Народ набрался. 58 на 58. Класс. При том время-то как бы это. Ну, утро еще в Москве. Цель захвачена! Ай. Мы полностью контролируем сектор Эхо. Противник убит! Противник открыл огонь! Патроны! Возьми! Вся... Возьми мои патроны! Мои тоже возьми. Несем потери! Да ты... О, вот это красиво вообще. Так, погоди. Будьте осторожны, Над! Спасибо! Еще идет. Да ну... Ну нет. Да ты его добей лучше. Ну ладно, спасибо. Врагом покончено! Красиво. Красиво, командная работа. Вот боеприпасы. С такими медиками. Горы свернем. У нас свой. Что-то едет. У них танк! Это недалеко от меня! Все, Кемперик будет стоять. Они оккупировали сектор построек. Мы на полпути к победе. Нифига я убил, прикинь! Приехал, сука. Спрячемся от него. Только не ко мне, блять, ладно? Получите гранату. Держи патроны. Тише, тише, блядь. Захватчики у цели Эхо-2. Смертельный номер. Нас оттеснили от цели. Слышу их. Первый, на, блядь. Давай еще. Есть еще. Блядь, блядь, блядь. Бля, вот сюда бы со снайпой сейчас, да? Смотри, мясо. Блядь.
да? Блять. Надо магазин на 400 патронов. Ну сейчас снайпер меня если срисует, то все. Пока не срисовал, давай кайфовать. А, это все что ли? Наши бойцы штурмуют цель Браво-1. Да у меня, сука. Блять. Да попади ты хоть раз! На нахуй! Блять, не хватает угла на сошках. На нахуй. Не дайте американцам захватить все секторы. Они отобрали весь сектор Дельта. Наши захватывают отобрали. Цель Браво-1. Мы потеряли уже половину бойцов. Косой. Эй, иди ты нахер! На нахуй! Кто там? Тихо, блядь. Эй, ты чё творишь, блядь? Так, и убить недолго. Я этот, блядь, горный воин. Сука. Да, мощная, знаю. Так, что там есть еще? Снайпер! Ну! Ну, пожалуйста! Ну! А, да хуйня этот дрон, блядь. Сейчас, братишка, подыму. Сейчас поставим тебя на ноги! Держись! Да ты заебал умирать. Ходит надо мной. Оккупация сектора Фокстрот завершена. Ай, хорошо. А, тихо. Кто-то меня срисовал. Да, вон он. Снайпер. Да-да. Да пошел ты. О, еще кто-то идет. Пошел-ка ты нахуй! Блять! Ты тоже никуда не поедешь, пал. Внушает! Да. Блять, больно. Ах ты, сучка. С подствольника, ёб твою мать, какой же ты... Ой, блядь.
Какой же ты молодец, я хотел сказать. Ладно, посидели, хватит. Ох. Цель Альфа-2 под контролем союзника. Альфа-1. Зря он танк отпустил, надо было добивать его. На скале мне больше понравилось, конечно. На скале было весело. Они оккупировали сектор Чарли. По-любому сидит на этой. Наверху. Куда он меня везет? Вообще не понимаю. На наши точки меня везет. Американцам захватить все секторы. Сорьки. Был на том месте не один раз. Давай пролезем. Ты уверен, что они там? Я не уверен. Прячется где-то, сука. Еще. Цель в осаде. Где вы, поросятки?
Да пошел-ка ты нахуй! А, у меня дымовые гранаты. Классно. Классно, блядь. Ой, блядь, я ему дымы кинул под ноги. Блядь, ладно. Где это было-то хоть? Сука такая. Сидит там, блядь, в углу с этим, с вектором. Спецназовец, блядь. На тебе нахуй. Все, блядь, досиделся. Осталось всего несколько секторов. Мы контролируем большую часть. Один Держитесь! Остался. Последний рывок и победа наша! Мы взяли сектор Браво. Снайпер. Ой, да блять, да. А. Смотри, полностью набилось. 64 на 64. В принципе, неплохо. Учитывая... Учитывая, насколько все было плохо. Притом, дополнение посредственное. Всего одна новая карта. Она как бы хорошая, но она всего одна. Все, победа. В общем, победа не знаю, короче. Неприкаянные. Неприкаянные. Если они будут продолжать в том же духе и развивать портал, я думаю, у игры вообще все будет отлично. По крайней мере, до выхода следующей части, которую ни в коем случае нельзя будет предзаказывать. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что я там прокачал, что-нибудь нет в боевом пропуске. Не, прикольно. Может, хотя я давно не играл, но, блин, мне понравилось. Короче, ничего не открыл. Видимо, пропуск рассчитан на эти, на полгода или когда там следующий этот. Следующий сезон. Так, все, короче, давай. Целую в носик, до свидосик.